Блестящий пластырь, чокер, чехол для наушников или макияж. А какой лайфхак выберешь ты? Смотри в нашем новом видео веселые лайфхаки и пранки с глиттером. Я задумала самый блестящий пранк в истории этой кухни. Насыпаю много глиттера в кран умывальника. Вот это сюрприз! Рози наконец-то решила помыть руки. Что это? Из крана идет глиттерная вода. Как необычно. Рози задумалась свести меня с ума звуковой атакой. Ее карандаш отбивает барабанную дробь на моих нервах. В таких условиях невозможно работать. Хорошо, что я взяла с собой наушники в моем блестящем чехле. Чехол для AirPods обклеиваем лентой со стразами. Используем суперклей. Что это светит мне прямо в глаза? А, это блестящий чехол с соседнего стола. Он светит ярче, чем солнце. Мне нужны стразозащитные очки. Келли снова блестяще обставила меня. Рози так спешила на работу, что не вписалась в поворот. С тобой все в порядке? Да, конечно. Только придется заклеить нос пластырем. Обводим полоску лейкопластыря на блестящем фоамиране. Вырезаем. И приклеиваем на пластырь с помощью двустороннего скотча. Делаем несколько блестящих пластырей. Я завидую коллеге. Как Рози удается блестеть даже в такие моменты? Весь секрет в блестящих пластырях. Они превратят любую ссадину и порез в гламурный аксессуар. Что я вижу? Коллега пришла на работу как на праздник. Какой блестящий пояс! Он сразу сделал эту офисную юбку, готовой для вечеринки. На широкую блестящую ленту длиной 1 метр пришиваем в натяжку резинку с люрексом длиной 60 сантиметров. Для удобства скрепляем край биндером. Крепим фурнитуру, пряжку на пояс. С тыльной стороны приклеиваем на пояс вертикальные полоски парчевой ленты. Крепим на кончики лент бусины через одну. Какая красота! Но коллега обошла меня. Я тоже хочу украсить свой офисный лук. Мне тоже хочется праздника. Что же придумать? Что же придумать? Что же приду... А, вот и идея для аксессуара. Точно! Я сделаю самый красивый чокер в этом офисе. У меня как раз есть подходящая пластиковая папка для бумаг. Из части мягкой прозрачной пластиковой папки вырезаем полоску. Блестящим контуром наносим геометрический рисунок зигзагом. Приклеиваем стразы и крепим фурнитурный замочек. О, как здесь душно! А что это на моей жаркой шее? Точно, это же мой новый блестящий чокер. Рози, твой чокер бликует мне в глаза. А, ты заметила? Отлично. Полотенце подруги лежит в ванной, такое одинокое. Самое время добавить в него немного пранка. Насыпаю в полотенце подружки самый красивый глиттер. Пусть ее водные процедуры пройдут блестяще. Синеглазка не подозревает, что ее ждет глиттер-сюрприз. Она, как обычно, вытирает лицо полотенцем. Но после него с ее лицом происходит что-то необычное. Что? В этом полотенце что-то подмешано. Хотя, немного блеска никому не помешает. Я сияю, как настоящая фея. В этих документах такой мелкий шрифт. Я уже стерла себе все зрачки. Рози, у тебя нет лупы.
А, подожди, зачем мне лупа? Если у меня есть мои сияющие очки. На оправу очков приклеиваем стразы. Что? Очки у нее тоже в стразах? Все продумано. За этой блестящей девицей не угнаться. О, мамочки, я уже опаздываю. Не могу найти свой телефон. Келли, не подскажешь, который час? Конечно, подскажу. 5 минут, как я сделала себе новый ремешок на часах. Ремешок для Apple Watch смазываем универсальным клеем. И обильно посыпаем глиттером. Сверху закрепляем лаком. Келли, переверни часы, я ничего не понимаю. О, я уже опоздала. Что? Вечеринка? Конечно, я приду. Нужно подготовиться. Мне понадобится весь глиттер, который я смогу найти. Но уже я помню, что он был где-то здесь. И здесь. И вот здесь. Придется достать все заначки. Для глиттерной вечеринки нужны все запасы глиттера. А теперь приступим к макияжу. Рисуем нежные розовые стрелки. Также подводим нижнее веко. От уголка ведем стрелку вверх в складку подвижного века. Подчеркиваем уголок синими тенями поверх стрелки. И проводим синюю стрелку чуть дальше, к внутреннему уголку. Доводим стрелку до уголка с помощью хайлайтера. Сверху наносим голубые тени. В дело вступает глиттер. Наносим на лицо фиксатор для макияжа. И пока он не высох, накладываем на стрелки розовый глиттер. Далее смешиваем глиттер более насыщенного оттенка. И наводим стрелку. В уголок закладываем глиттер более темного, фиолетового цвета. На нижнее веко выкладываем крупный глиттер в звездочках. Таким же образом подчеркиваем глиттером весь макияж. Красим ресницы тушью. На подвижное веко наносим прозрачный блеск. Мой блестящий макияж готов. Оцените. О, Рози, какая блестящая красота! Ты сделала это сама? Да. Пожалуйста, умоляю, сделай мне тоже такой макияж. Прошу. Так и быть, ты получишь в подарок блестящие губы для вечеринки. На губы наносим блеск. Сверху с помощью кисточки аккуратно выкладываем глиттер. Сперва наносим глиттер более темного сиреневого оттенка в уголки губ. По центру кладем глиттер более светлого розового оттенка. Вау, как красиво! Все, можно идти? Подожди, осталась вишенка на торте. Это стразик по центру губ. Это восторг! Спасибо, Рози! У меня самые блестящие губки. А теперь вперед на вечеринку! Вот это блестящая тусовка! На танцполе я встретила свою любовь с первого взгляда. А вот и он, наш первый поцелуй. Я съел килограмм глиттера. Понравились наши идеи с глиттером? Тогда пиши в комментариях, какой блестящий лайфхак ты повторишь. Сделаешь пояс, очки, чехол для наушников, пластырь или по-настоящему блестящий макияж. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые лайфхаки с глиттером на канале Трум-Трум.